Всем привет! А давайте поговорим про фразовые глаголы сегодня. Это одна из самых интересных и самых сложных тем английского языка. Носители обычно не используют нормальные глаголы, как вставать, включать, выключать. Они берут какой-то популярный глагол, например, take, come, go, get, прибавляют к нему предлог, типа over, on, off, in, и получаются фразовые глаголы. Изучающим английский язык обычно фразовые глаголы даются довольно-таки тяжело. Но есть список самых основных фразовых глаголов, которые нужно запомнить. Вот давайте как раз с него и начнем. Wake up. Просыпаться. Do you wake up early? Ты просыпаешься рано? Get up. Вставать. What time did you get up today? Во сколько ты сегодня проснулась? Come in. Заходить. I got a message as soon as I came in. Я получила сообщение, как только зашла. Fall down. Падать. She fell down when she was skating. Она упала, когда она каталась на коньках. Grow up. Вырастать. Their kids grew up. Их дети выросли. Turn on, turn off. Turn on – это включать. Turn off – это выключать. Turn the TV on – включи телевизор. Turn the lights off – выключи свет. Put on – take off. Put on – надевать, и take off – это снимать. Put your coat on – надень пальто. Take your scarf off – сними свой шарф. Calm down. Успокаиваться. You need to calm down. Тебе нужно успокоиться. Go out. Куда-то сходить. Do you want to go out? Ты хочешь куда-нибудь сходить? Hang out. Проводить время. I love to hang out here. Мне нравится здесь проводить время. Give up. Сдаваться. Don't give up. Не сдавайся. Hold on. Ждать. Hold on a second. Подожди секундочку. Throw away. Выбрасывать. You need to throw away the garbage. Тебе нужно выбросить мусор. Work out. Заниматься спортом, тренироваться. She likes to work out in the evening. Перепишите эти фразовые глаголы себе в тетрадь. Придумайте примеры с ними и начинайте их использовать. Все, пока!